привет из Анапы, с центрального пляжа. Никогда не видела такое скопление водорослей. Никогда. Что мне показалось сначала издалека, что это что-то другое. Теперь смотрим, как люди заходят. Ну, может быть, это водорослевое обертывание можно посчитать, если позитивно мыслить. Но мы отдыхаем на высоком берегу и нисколько не жалеем об этом. Ну, вот примерно так люди заходят, также выходят. Вот на берегу. Это скопление водорослей. Честно, пока мне не сказали, что это водоросли, я думала, что это что-то другое. Даже не могла понять, что. На высоком галечном пляже, на высоком берегу галечном пляже этого нет. Пускай там камни, но я лучше буду купаться в чистоте. Но это чисто мое мнение. Я на нем не настаиваю. Сколько у нас время? Опять обеденное время. 24 июля. Вот. В море не так много, на пляже, конечно, много народу. Но каждый себе место найдет без проблем. Экскурсии здесь разные, и катамараны, и таблетки, и бананы. Все можем наблюдать даже вот сейчас. Привезли группу людей. Но интересно все равно. Вот говорят, дальше море прозрачнее, но я не уверена. Ну ладно. Основную мысль я вам озвучила. Пойдем дальше. Нам тут прорекламировали белый песчаный пляж. Где-то рядом с отелем пятизвездочным. Может быть, мы до него сегодня и дойдем. Если я найду что-то такое позитивное, чистое и красивое, конечно, я сниму и покажу об этом видео. Пока!